такого чела хочу приютить. Чё, чел, пошли? Здорово всем, с вами Турбоёжик, это одиночное выживание Расти. Слушай, возьмите меня тоже. Чувак. Возьмите... Я за тобой потом вернусь. Да, возьмите меня вместе, я с вами побегу. Я никого убивать не буду. У меня ничего нету, я бомжара. Я, короче, хочу напроситься с ними. Вот лишь к шару пришел, написал, возьмите, поиграет меня кто-нибудь. И, короче, вот видите, здесь чуваки. Вернее, один чувак побежал за одним. Я напросился, вместе с ними сейчас пойду. Поиграю вместе с ними вообще. Это случайное знакомство. Чё, как дела, чувак? Вообще все круто. А вы что делаете, дом строите или что? Да я тебе помогать буду тоже. Да нет, ничего не строим. Вот он хочет домик просто, чтобы жить там. А, ты ему помочь хочешь, что ли, сделать? Ну, дом у меня готов, я его просто поселю там и все. А-а-а, слушай, посели меня тоже, блин. Если этот парень не против, то живите вместе, как два парня. Надо у него спросить. Эй, мужик, мужик, будешь со мной жить вместе? Будешь с ёжиком жить? Везунчик. У него микрофона нету, кстати. Вроде да. Давай, вот он, согласен. Два голожопых мужика будут вместе жить. Нормально. Ничего подозрительного в этом нету. Нет, вообще без палева все. Это не твой дом с правой стороны, замок вот этот большой? Это не мой. Блин, большой. А твой где дом? В пустыне? Мой чуть дальше. Тут смотри, камень есть, если надо, можно набить. Чел впереди с оружием. Надо копье хотя бы сделать. Так, в общем, бежим мы. Эти чуваки меня сейчас приютят, я буду жить вот с этим вот. Где он? Везунчик, он вообще с камнем. За что это ты? У него микрофона, к сожалению, нету, так что у того чувака есть, мы будем с ним общаться. Смотри, бам. Конечно. О, здорово, так, чувак. Не бей. Смотри, бежал, вон труп валялся, блядь. Нет, да? Золотого, не бью я никого, блядь, я сам сейчас... Здорово, а, чувак, вот, блядь, в зеленой майке. Наверное, исчез. Здорово, вон, чувак, в зеленой майке. Посмотрите, я хуй. Слушайте, наша команда прибавляется. Блин, прикольно. Я думал, это кто-то из вас навстречу бежит, а он меня, блядь, обогнул и в спину, блядь, с лука дал охуярить. Ты его захерачил, что ли? Да у него ничего не было. Эй, мужик, да. Вставай! Живи! Все, пошли. Погнали. Прикол, да, слышали, что сказал? Да, веселуха, блин, парни, веселуха. Одному, конечно, скучно бегать, но здесь, видите, толпа собралась. Сегодня мы строить ничего не будем, сегодня будем веселиться! Ёжик, а ты сейчас снимаешь или стримишь, что-нибудь делаешь? Да, ты откуда знаешь? А вот, мы все знаем. Да? Так что я записываю. Не против? Мужики, стойте, блядь, нате спальник, ёбаный. Не против, на YouTube. Я заебался за ним бежать. Подписался, так что твой подписчик. Подписался? Да ладно! Там у тебя почти 3000, да, уже? Ну, бля, почти. Охренеть, ты серьезно, что ли, мой подписчик? Спасибо за что. Конечно. Офигеть, вот это встреча. Нихера себе. Вы поняли, да? Вот это встреча. Вот это прикол. Меня спалили. Ой, что-то я не ожидал, даже в шоке немножко. Ну это прикольно, кстати. Видите, он не против того, что я записываю. Давайте побегаем вместе с ними, посмотрим. Мой подписчик, охренеть, встретился. Вот это... Блин, вот не поверите, вообще ничего не договаривались о встрече. А ты на Твиче стримишь? Нет, я еще ни разу там не стримил. Ни разу не пробовал.
Слушай, что ты меня сразу что ли узнал, чувак? Да я тебя уже давно тут видел. Охренеть, а чё не позвал? Я бы с тобой поиграл. Там чуть-чуть заняты были, тут воевали. А, вы взяли бы меня, тоже хочу повоевать с вами. Мы, наверное, завтра пойдем бомбить. Вот тот большой замок, который ты видел. Ну. Нифига себе. Слушайте, это твой дом железный вот этот вот? Это мой. Нихера себе. Блин, здоровый. Этот маленький теперь ваш. Бесплатно, бесплатно подгоняешь? Какой пароль? Бесплатно. Какой? 0707. Охереть, ну вы поняли чё? Домик подогнали. Охренеть просто. Халявный дом. У-ху-ху! Вот смотри, один мешок лежит, сейчас я на одного из вас расшарю и второй вам положу сейчас мешок. О, спасибо, а то у меня нету ничего. Я все истратил, короче. Офигеть, мне тут и мешок бесплатно подогнали. Слушай, молодец, подписчик, вообще просто. Чувак, мужик. Чё за сева? Напиши свое имя в чате. Я его не вижу. Ты кому говоришь? Воу-воу-воу-воу, чё это? Страшно, а? Кто долбит? Выходи, паскуда! Похоже, наш дом хотят захватить. Охренеть. Он что, двухэтажный домик? Сейчас залезу. Вау! Классно, строить ничего не надо самому. Ваши мешки я сделал. Тут можете появляться. Не ломай, не ломай. Парень, не ломай. У него микрофона, блин, нету, с ним фиг поговоришь. Дай его выселим отсюда. Уходи! Гусь! А чё разбирать? Чё разбираете зачем? Да он что-то сломал. Ему не запрыгнуть было, вот он и сломал. Так, имя свое напишем. Вот все, живите. Коробку я поставлю тебе этот самый. Все, крышу доделаю, живите. Ништяк, ништяк. Босятки подгон. Спасибо тебе, братюня! Да не за что. Возьми меня с собой побегать. Поиграть. Да я ухожу сейчас. Блин, не это не плохо. А где тот второй в одежде, который? Я вернусь и поиграем. Кто второй? Ну вот в одежде, который был там возле камня. Где-то он в чате пишет, где-то бегает. Он тоже с тобой живет? Или твой дом, ты здесь один живешь? Здесь вообще. А это просто наш друг, который там бегал. Прикольно, да? Ну вы поняли. Охренеть, дайте-ка я выйду. Прикольно, прикольно здесь. Сейчас дом посмотрю, бегу. Давайте глянем. Везунчик возьми, везунчик. Офигеть. Смотрите, здоровый какой. Жесть. Что-то там у них печки, наверное, работают, светятся. Чё, не взломаю? Постучимся? Нас не пустят пока что. Ха. Ну-ка, вокруг. Двухэтажный он, да? Здоровенный, слушайте. Ну смотрите, нас туда не поселили сразу. Наверное, должны проверку пройти. На вшивость, так сказать. Ну дела. У них не весь дом железа построен. Да, наверное, сил не хватило. Смотрите, ну, в принципе, первый этаж весь в железе. И фундамент тоже в железе. Крепость, а не дом. Ну, классно, я, если честно, я рад, то, что меня узнали. Да, с подписчиком встретился. Офигеть просто, ну... Я не знаю, что сказать, я просто в шоке. Да, радости полные штаны. Кстати, нам дали вот этот бесплатный домик. Это, классно. Смотрите, хороший чувак. Разорился, потратил свои силы, сделал дом незнакомому человеку. Вообще, вот
Вообще вот этот везучик, вообще не знаю, кто такой. Они встретились тупо возле шара, написал «приюти, кто приютит». Он ответил: «я тебя приючу, мужик, давай прибегай». И он, короче, прибежал. Он его приютил. О, чё ты мне дал? Ух ты. Так. Чувак, чувак, у меня есть. У меня копье есть. У меня копье есть. Стой, жди меня, ты куда убежал? Так, закрываем дверь. Пошли, пошли херачить кого-нибудь. У тебя лук? Нихера себе. У тебя лук. Лучок, 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 лучок. Жалко, конечно, микрофона нету, с ними поговорить ничего. Слушайте, давайте, может быть, того чувака подождем, у которого микрофон есть. Подписчика моего. К сожалению, не знаю, как его зовут, нужно будет спросить потом. И мы с вами погоняем. О, смотрите, этот хочет залезть туда. Сюда не запрыгнешь. Сюда не запрыгнешь. Нет, бесполезно. Здоровый дом, не залезешь сюда. Капец какой-то. А это что? Это летняя дача у них здесь. Все в камне. Ну слушайте, они здесь обосновались конкретно. Тут прям база какая-то. Слышали, сказал, на войну пойдут даже. Может быть, даже меня возьмут. Мы с вами поучаствуем. Ха, ежик будет воевать. Слушайте, удивляюсь, это здоровенный дом. А, и кстати, не хотят крепость захватить, которую я показывал, типа спрашивал, это твой дом или нет, он сказал, что нет. Вот они ту крепость, как вы слышали, хотят захватить. Очень круто будет, если мы поучаствуем в этом. А давайте, наверное, все-таки пока подождем, что ли, того чувака, вместе с ним побегаем. Да. Чуть-чуть туда делать надо, чтобы вас не сломали быстро. Ну да. Надо. Слушай, а в мешке как поселиться? Просто я нажал на него и все. Да я вас туда уже поселил. А, ты сам, да? А я просто не знал как. Подошел, все. Молодца. А ты с кем еще играешь? Где твои братюни? Ответят, нет. Что, бежал что-то? Обиделся, что ли? Коп, коп, дай побегаем, поугараем. У меня сейчас нет времени. Чуть попозже, через пару часов приду, поугараем. Да ты и так вон прыгаешь туда-сюда. Ай! Ты как забрался на камень? Ага. Я тоже забрался. Черт, а? Обманул меня, сказал, что ушел, а сам там сидел. Если бы я знал, я бы с ним уже побегал. Хренов камень. Вот он, вот он. А где этот везунчик? Куда он убежал? Слушай, а чего вы меня в дом не пустите в этот большой? Пошли зайдем, покажешь мне обстановку. Коп. Интересно, пустят меня туда? Нет, интересно посмотреть, что у них там. Пустишь в дом посмотреть? Ну же! Ну же! Что-то он замолчал. Думает, наверное, в раздумьях. Кобочка, роднуля. Ответь. Че он молчит? Игнорит меня? Не хотят, наверное, в дом пускать. Ну пустите, вы же мои фанаты. Пустите, 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 пустите. Наверное, в этом доме 100 подписчиков моих живут. Он прикольный будет. Ну уже. Какой у них код здесь? 4-0. Нет, конечно же. Ну. Тук-тук. Я человек-паук. Хрена с два. Слушай, а куда он? Куда он делся? Неужели... А, вот он. Коп-коп. Это кто? Везунчик, это ты что ли? Везунчик. А, это он, да. Да, да вижу, вижу, махаешь как индюк. Дай микрофон себе приобрети. Чё ты как немой? Молчит.
Ответь мне. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Опа, я зашел. Ай! Чувак, пусти, чувак! Алло! Меня заперли! Меня заперли! Охренеть! Черт, выпусти меня! Чуваки, есть кто в доме? Меня заперли! Мужик, мужик, мужик! Да меня заперли здесь, ответь! Слышь, я мирный, я у вас живу в доме, в соседнем доме, я у вас живу, вы меня поселили. О! Выходи давай. Вы чё меня заперли? Я посмотреть хотел. Нечего там смотреть. А чё ты чё такой злой? Я же ничего не захвачу. Пусти, пошли посмотрим, экскурсию мне проведёшь. Я не злой. Я не один, поэтому я без своей команды не буду делать всякую фигню. Да какую фигню? Я просто хотел походить посмотреть, я же ничего не трону. Ты чё? Пошли прям на пару минут зайдем, покажешь. Что он боится. Думаю, что я захвачу дом его. Зачем мне это надо? Я же мирный. Ёжик, мирный ёжик. Знаете такого? Это я, да, мирный ёжик. Ну чё, не пустишь меня посмотреть домик? Кобочка, я тебе конфетку подгоню. Кобочка, скобочка. Пусти меня в домик. О, ящик. Что это у него здесь? Что он молчит, игнорит меня. Чувак. Что-то не открывает. О, кусок мяса. Чувак, я же вижу, ты добрый, чувак. Ты что, меня игноришь, признайся, ты меня игноришь? Странно. Сначала добрый был, теперь злой. Офигеть. На тебе, везунчик. Везунчик. А, он вышел. Так, один вышел, понятно. Пустите меня! Пустите меня! Пойду за ним. Может быть, забегу. А, как он так быстро зашел? Очень странно, почему-то не хотят они меня пускать сюда. Да, ну дела. Мужик, ну пусти, ёжик хочет зайти в дом. Буду долбить. Буду рейдить дом их. Чё они? Злые люди. Эй, тук-тук. Пустите. Чёрт, они все двери позакрывали. Смотрите, вторую дверь тоже закрыли сверху. Эй-эй. Хрен, кинули меня. Хрена лысого не пускают, в общем. Маленькую, сравните вот это. Вот этот дом здоровый. И справа дом, который у меня поселили. Несправедливо. Хотя, о какой справедливости можно говорить, если они меня первый раз увидели и поселили. За бесплатно причем. Я ничего им не делал. Все-таки добрые люди, да? Не буду на них наезжать. Там у них команда, видимо, они решат потом, пускать меня или нет в этот дом. Не знаю, круто будет, конечно, если пустят. Мы бы с вами там посмотрели, прошлись бы, экскурсию я вам провел бы. Вот такие вот делишки. Так что давайте, наверное, ждать, когда они соберутся своим большим советом, обсудят мою кандидатуру на посещение ихнего дома, стоит или нет, выделят мне билет, пройдут все инстанции. Все-таки думаю, что решат положительную сторону, пустить меня сюда или нет. Ну что, давайте, наверное, тогда на этом закончим. Это была веселая серия. Не забывайте ставить лайчики, пупсики. Лайчик, 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 лайчик. Комментарии пишите, не стесняйтесь, будьте мужиками. Ждите продолжения. Пока.